Обошлось без жертв. В частном секторе Кингисеппа произошел пожар. На место происшествия выехали две специализированные машины. Разбушеваться пламя не успело. Огонь был потушен в считанные минуты. Результат: в одной из комнат сгорели постельные принадлежности. Оплавился телевизор, в жилище запах гари и сильная задымленность. Дом без присмотра оставался недолго. Хозяйка лишь вышла в магазин. Причины возгорания выясняются. Что будут устанавливать дознаватели? Это как бы не наша прерогатива, но, как жильцы сказали, что, по-моему, замкнуло что-то у них там. Напомним, в числе наиболее распространенных причин пожаров специалисты отмечают неисправные электропроводку, печное оборудование и неосторожное обращение с огнем. В этих случаях ответственность полностью ложится на плечи владельцев жилых помещений. Светлана Круг, Валентин Соколов, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.